работе, потому что там как-то вот эта вот фраза, я думала, она стоит в одних туфлях, и поворачивается ему, говорит, все говорит на него, и говорит, нынче вечером я уезжаю. Бакула Виктория Борисовна, доктор филологических наук, ныне заведую кафедрой филологии и медиакоммуникаций Мурманского арктического государственного университета. Моя научная деятельность и мои научные интересы связаны с самской культурой, в частности, с самским языком и самской литературой. Было собрано около 1000 слов, из которых 398 до моих исследований не были зафиксированы в словаре. Для того, чтобы собирать лексику самскую, мне приходилось практически каждые выходные ездить в Лавозеро. На тот момент я жила не здесь, я жила в области, но это было 90 километров. То есть это практически нужно было выезжать или в субботу, или в воскресенье в Лавозеро, чтобы встречаться с носителями языка и собирать у них материал. Час ехать, час возвращаться, ну и там часа 3-4 вот так проводить. Но это при том, что я параллельно же работала, и то есть это вот в свое личное время. Это, конечно, сложность была. Сложность была, что я вообще сначала не знала языка ни в каком виде. Ну, потом вот начала разбираться в словообразовании, в написании, изучать потихонечку стала. Я исследовала, как она становилась за рождение, начиная, кстати, с языка. И вот как ее история становления, и до сегодняшнего дня максимально. Конечно, там обозначены перспективы исследований, и можно еще много чего исследовать. Но не получается сразу. Была бы у меня группа человек 20, можно было бы что-то сделать. И так вот звездочки появляются некоторые, и вот они интересные исследования делают. А исследователи самской литературы, в частности, они находятся среди студентов. Всегда они вот появляются то в одной группе, то в другой. Какой-то интерес появляется, и продолжается вот это вот исследование. До 1979 года язык не преподавался. Вот Александра Андреевна Антонова, которая вернулась после того, как получила высшее образование учитель русского языка и литературы из Института народов Севера, она начала, как носитель языка, какие-то мероприятия устраивать с ребятами. И поняла, что язык-то хотят изучать. И вот с нее началась первая методика. Она начала, во-первых, у нас букварь. Под ее руководством был выпущен еще два человека вместе с ней. Ну и надо сказать, что она именно начала письменный самский язык, потому что она создала алфавит, который опять-таки положен в основу линейки учебников, одобренной Министерством просвещения. И по этим учебникам на ее алфавите учились в советское время, начали обучение. Но это с 1982 года только. Да, языковая среда существует, конечно, это носители языка. Они в разной степени владеют языком. Конечно, вот люди старшего поколения, они владеют не просто лучше, а некоторые вообще замечательно владеют и могут передавать язык. И делают это, стараются. То есть, да, есть такая, есть учителя самского языка, которые, в принципе, сейчас преподают факультативно или при Национальном центре культуры в Лавозере, или на общественных началах, в языковом гнезде, вот как дом на Хомюк. То есть есть такие, конечно. Есть еще те люди, потенциал которых можно было бы использовать для сохранения языка. У меня есть концепция развития языка. Значит, это детский сад, это преподавание с детского сада, потом школа. На выходе это университет-бакалавриат, магистратура, аспирантура, докторантура, пожалуйста. Но самое важное здесь должны быть рабочие места, чтобы люди, которые владели языком, они знали, что это не зря, не просто для себя. Они должны потом выйти и приносить пользу своему народу. А это тоже можно продумать, где они будут работать. Я хочу помочь сохранить язык. Я не понимаю, как язык может умирать, если есть еще носители языка и не в количестве 10-15 человек. Победы в сохранении родного языка. В
всем малочисленным народам, особенно у которых исчезающие языки, я желаю этого. Сил и здоровья, чтобы свои концепции воплощать в жизнь и исполнение всех их планов.